Сегодня, друзья, Люська вся на кипише. Только Влад этот кипиш может вот так успокоить. Легла так, руки под голову. Боже мой, хрюнди. Да. И главное, стоит. Нет, я понимаю, что у тебя новая юбка такая. Попу стала. Люська уснула. Вот так, друзья. Влад укладывает Люську. За минуту. Угу, за минуту. Этот кипиш на лапках, который... Вот так будет теперь спать. У меня, друзья, так не удается. Когда я ее укладываю, она час по мне еще лазит, что-то там бубонит, пытается как-то улечься. С Владом вот дитё за минуту спит. Причем, видите, я рядом разговариваю, ей не мешает это абсолютно. Она так может поспать. И полчасика, может, конечно, сейчас сразу кто-нибудь либо войдет, либо... Папа. Чего ты? Я просто хотела уйти, чтобы ты спала спокойно. Спи, папа рядом. Спи. У нас Люська... Не уходит. Каждый день новая юбочка. Он таким, скажи, в джинсе. Ну, ложись. Эльф ты наш. Идет борьба со сном. Все-таки, наверное, мужская энергетика на нее действует. Именно когда спать, то папа должен быть рядом. Ты ж только проснулась. Ну ты, человечек наш маленький. Муха залетела. Мешает, скажи, Люська, да? Муха.
дожевывает кашу из-за щек. Вот тут, скажи, почесалась. И вот так Вадик будет сидеть с Люськой на коленях, пока она будет спать. Вы спрашиваете, где, друзья, много ли Люська забирает воспитание обезьянки времени? Я вам скажу честно, почти все. И это вы видите даже сейчас по моим другим каналам, которые посвящены львам, что там видео сейчас выходит гораздо меньше, чем обычно. Ну, потому что Люська, ее реабилитация забирает фактически наше все время. И даже был юбилей у меня, мы хотели куда-то поехать, отдохнуть, но, к сожалению, Люську невозможно оставить и невозможно брать с собой. Поэтому мы были дома и отмечали мой красивый юбилей в тесном семейном кругу. Терпению Влада можно только и любви к этой бибизяне, да не только к бибизяне, он любит всех животных. Можно только позавидовать. Все. Сидите. Вот на полчаса Влад будет вот так неподвижно сидеть. А она будет спокойно спать. Не могу прямо от нее камеру убрать, такой мирный сон ребенка. Оняк, Оняк. Меня интересует одно. Как вы думаете, друзья, обезьянам снятся сны? Или нет? Мне кажется, что Люське точно снятся. Сейчас на ней полосатые трусы. Наверное, она плывет где-то по морю океана вместе с папой. Все, спи.